Здравствуйте, коллеги. Это ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какую компанию представляете. Здравствуйте, коллеги. Зовут меня Орехов Игорь. Являюсь руководителем проекта компании AB Food Consultant и разработчиком системы автоматизации ICF System. Сегодня я хотел немножко заострить внимание на нашей программе ICF System, так как я имею многолетний опыт управления пищевыми производствами и постоянно на различных площадках сталкиваешься с одними и теми же проблемами по управлению, по расчету себестоимости, по контролю себестоимости, по операционным затратам на персонал, на загруженность оборудования, на ведение производственных журналов. Мы приняли решение, что необходимо разработать помощь для пищевого производства. Для этого мы ее разработали для контроля себестоимости. В момент реального режима времени, в реальном режиме времени контроль производственных затрат, сколько персонала работает, какая у них производительность. Также система покроет такие проблемы, как прослеживаемость, чтобы для, в момент времени необходимо для понимания, что это за продукт, в какой момент времени он приготовленный, кто его готовил, какой он имеет срок годности. Но я так понимаю, что ваш продукт будет сильно помогать не делать рутинные какие-то дела, и при этом, чтобы дело делалось максимально продуктивно. Сейчас вы автоматизируете процессы, которым, в принципе, и не нужно внимание человека. Вот, и с вашей помощью, грубо говоря, мы можем уменьшить штат, при этом не теряя в продуктивности вот, всей компании. Да, это нам дает возможность контроля, так как на производстве нет постоянного одинакового заказа, и он имеет динамику повышения и падения. И контролем на примере фотом на сотрудниках 2-3 процентами, что позволит производству сэкономить в год от 20 миллионов рублей. Звучит очень хорошо. Я надеюсь, что ваша компания еще будет внедрять новые и новые технологии для того, чтобы наша индустрия становилась все лучше. Желаю вам удачи и до встречи в следующем году на нашей выставке. Спасибо.